Здравствуйте, на 12-м канале «Час новостей», в студии Денис Жарков в этом выпуске. Губернатор идет в гипермаркет. Александр Бурков решил лично проверить, как соблюдается масочный режим в магазинах. Подробности в прямом включении Юлии Думановой. Хорошего клиента не должно быть много. Антимонопольщики оштрафовали фитнес-клуб, который отказал в льготном абонементе упитанному омичу. Костяные аллеи Чукотки и живописные болота Прииртышья для китайских туристов составили рейтинг самых загадочных уголков России. За минувшие сутки опасная инфекция подтвердилась и у 42 омичей. Таким образом, общее число зараженных COVID-19 в регионе 1139. На 25 человек увеличилось число выздоровевших, всего их уже 277. Новых погибших, к счастью, нет. Под наблюдением медиков продолжают находиться около 3500 жителей. В целом, по стране на 26 мая выявлено почти 9000 новых случаев COVID-19. В списке выздоровевших свыше 131 тысячи россиян. 3807 человек стали жертвами опасной инфекции. В регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Кроме того, в общественных местах и транспорте люди должны носить маски. Особенно это требование важно выполнять в продуктовых магазинах. Как ситуация обстоит в крупных гипермаркетах Омска, в эти минуты оценивает лично губернатор Александр Бурков. Следит за рейдом и Юлия Думанова. Здравствуй, Юля. Как крупные ритейлеры обеспечивают безопасность сотрудников и покупателей? Здравствуй, Денис. Но сейчас мы находимся в крупном гипермаркете по улице 70 лет Октября. И вот как мы смогли наблюдать, продавцы здесь ходят в масках, есть антисептики на входе. Кроме того, антисептики есть в свободной продаже, то есть любой человек может их купить. Вообще же у губернатора за последний час это уже четвертая точка. Он общается с сотрудниками магазинов, с клиентами, смотрит, есть ли маски у всех и вообще, насколько работодатель обеспечил сотрудников всеми средствами защиты. Но вот, тем не менее, на первой точке нарушения выявлены. Я хочу об этом рассказать поподробнее. На этот магазин, он тоже, кстати, по 70 лет Октября, жаловали жители, то, что персонал ходит без масок. Когда приехал губернатор, у продавцов были маски, однако у некоторых они были спущены на подбородок, и их они вскоре поправляли. Один сотрудник и вовсе был без маски. И это грубое нарушение. Кроме того, в продаже не было масок, то есть если покупатель забыл свою, купить ее он бы не смог. И это тоже нарушение рекомендаций Роспотребнадзора. И вот фрагмент разговора губернатора с администратором этого магазина я предлагаю послушать. Каждое утро выдаем маски сотрудникам перед открытием магазина. Перчатки, маски. А для посетителей? Для посетителей перчатки выдаем. А маски? Маски, к сожалению, нет. А почему? Предписание же Роспотребнадзора, ключевой масочный режим. Справимся, будем выдавать. А? Будем выдавать. Ну, вот я вам скажу, больше 1000 человек заболевших. У нас с вами 19 человек. Поэтому здесь в первую очередь по отношению к своим сотрудникам, да, вы рискуете их здоровье. И второе, те посетители, которые у вас без масок ходят, они являются переносчиками. Могут быть переносчиками инфекции. Поэтому, коллеги, Роспотребнадзор уже давал предписание. Вам зачем? Будут руководителя штрафовать. Юля, а много ли вообще сейчас нарушений по городу? Есть такая информация? Но вообще, как показывает практика, крупные магазины, они, как правило, не нарушители, соблюдают правила, есть и маски, и антисептики. А вот злостные нарушители, кто грешит, это вот, конечно же, маленькие какие-то ларьки и магазины у дома. Уже выявлено Роспотребнадзором 34 предпринимателя-нарушителя. Санкции там внушительные, это штрафы от 50 тысяч рублей. Одно предприятие уже и вовсе закрыли. Это компания в сфере общественного питания, которая работала на вынос и на доставку. Деятельность приостановлена на 5 суток. Ну а губернатор уже выехал на следующую точку. Что это будет за магазин, я пока не знаю, еще не определились. Выбирают их спонтанно, никого не предупреждают. Но вот самое интересное, пройдет ли этот магазин тест от самого губернатора. Ну а пройдет или нет, я расскажу уже в следующем выпуске «Часа новостей». Денис. Спасибо, Юлия. Юлия Думанова сейчас следит, как соблюдается масочный режим в крупных магазинах. Антимонопольщики поставили точку в нашумевшей истории с фитнес-клубом, который отказал омичу в абонементе по льготной цене. Предпринимателя оштрафовали.
12 канал рассказывал эту историю в эфире новостей. Все началось с того, что мужчина, привлеченный рекламным объявлением, решил купить годовой безлимитный абонемент за 7000 рублей. Однако в клубе решили, что хорошего клиента не должно быть много, и раз его вес превышает 100 килограммов, придется переплатить практически вдвое. Амич написал жалобу. По итогам проверки УФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание указать в объявлении условия приобретения услуги, влияющие на стоимость. Однако индивидуальный предприниматель устранять нарушение не стал, и в итоге ему выписали штраф 12 тысяч рублей. Сегодня Общероссийский день библиотек. Дата 27 мая приурочена ко дню основания в 1795 году Императорской публичной библиотеки, первой государственной и общедоступной в стране. С праздником омских библиотекарей поздравили губернатор Александр Бурков и председателя законодательного собрания Владимир Варнавский. Поблагодарили за труд, инициативность, неравнодушие и пожелали успешных проектов. Цитирую. Сегодня в эпоху информатизации библиотеки переходят на новый формат работы, становятся коммуникативными площадками, центрами для творчества, отдыха и общения. В хранилищах многих из них, наряду с бумажными, появились и популярные сегодня электронные книги. Вы делаете все для того, чтобы библиотеки региона отвечали требованиям времени и оставались востребованными у читателей, говорится в поздравлении. Добавлю, что сегодня омские библиотеки проводят в интернете онлайн-марафон. Читатели ждут виртуальной экскурсии по книжным хранилищам и интеллектуальные викторины. Накопительные пенсии россиян увеличатся. Рост составит свыше 9%. Перерасчет будет произведен 1 августа. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России. Уровень повышения определили на основании результатов инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года. Они в 3 раза превысили уровень инфляции в 3%. Перерасчет произведут беззаявительно. Он коснется пенсии 80 тысяч россиян. Напомню, что заморозку накопительной части пенсии ввели в 2014 году как временную меру, однако затем мораторий на ее формирование неоднократно продлевался. Омских предпринимателей приглашают на международные выставки, которые запланированы на будущий год. В разгар пандемии Омский центр поддержки экспорта уже формирует план работы. Бизнесмены могут хоть сейчас получить право на выставочные площади и услуги по организации участия в бизнес-миссиях на безвозмездной основе. Поддержка экспортеров осуществляется по программе нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Заявки в Центр поддержки экспорта следует направить до конца недели. Телефон и электронный адрес на экране. Заменили кровлю, обновили фасады и установили пластиковые окна. В микрорайоне Привокзальный закончен капитальный ремонт 5 многоквартирных домов, которые возвели еще в середине прошлого века. Как изменился облик зданий, расскажет Никита Смирнов. Еще 3 месяца назад у 2 этажек на улице Гризодубовой протекала крыша, со стен валилась штукатурка. Сегодня все иначе. Дома обшиты сайдингом, в оконных проемах пластиковые стеклопакеты, смонтирована современная ливневка. Такая же картина на Карбышева 14. Здание 37-го года постройки получило вторую жизнь и сегодня напоминает европейское шале. Работа выполнена, если говорить по 5-бальной системе, на 6 баллов. Я даю оценку 6 баллов. Я не сгущаю краски. Если посмотреть на дом, вы посмотрите, какие откосы, какие окна, какие козырьки, какие карнизы. Вы понимаете? Ну просто диву даешься, любуешься. За капитальный ремонт 5 домов в привокзальном поселке взялась компания «Омск Электро». Организация выиграла конкурс и получила субсидии на 1 миллиард рублей. Нашла надежного подрядчика и обеспечила контроль всего строительного процесса. Старались, торопились в выполнении, но есть определенные технические моменты, которых мы придерживались, и быстрее этого мы не могли сделать. Поэтому да, работы выполнялись в районе 1,5–2 месяцев. Были выполнены капитальный ремонт фасада с применением металлосайдинга, утеплением, пароизоляционной пленкой, ремонт приямков и отмостки. Нам очень важно, чтобы горожане, для кого мы это делаем, были довольны и... Ну, приятно, на самом деле, слышать от них благодарность. Будем дальше продолжать в том же ключе. На все работы подрядчик дает гарантию. Срок 5 лет. Если за этот период с фасадами что-то произойдет, то строители бесплатно произведут ремонт. Никита Смирнов, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. В России предложили раньше срока вернуть начисление пени за неоплату услуг ЖКХ. С такой инициативой выступила Минэнерго. Ранее правительство решило, что пени за коммуналку не будут взиматься до 1 января следующего года. Сейчас предлагается начать их начислять с 1 июня, сделав отсрочку на 2 месяца для граждан, оказавшихся в сложной ситуации предприятий малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших от кризиса.
Как объяснили в Минэнерго, если мораторий на начисление пений будет действовать до 2021-го, выпадающие доходы энергетиков составят около 700 миллиардов рублей, что поставит под угрозу устойчивое энерго- и теплоснабжение страны. Предложения ведомства направлены на рассмотрение в аппарат правительства. «Красная звезда» обзаведется новым футбольным полем в манеже и легкоатлетической беговой дорожкой на открытом стадионе. Работы по замене искусственного покрытия пройдут в рамках федеральной программы «Спорт. Норма жизни» по нацпроекту «Демография». К работам подрядчик должен будет приступить 5 сентября, а завершить их планирует к ноябрю. Начальная цена контракта составит 1,5 миллиона рублей. Как будет выглядеть сквер у ДК «Звездный» решат сами амичи. В администрации Советского округа начался прием предложений по благоустройству территории у Дворца культуры. Идеи и пожелания ждут до 28 июня включительно. Лучшие войдут в техническое задание дизайн-проекта, который сейчас разрабатывается. Ну а в жизни эти предложения планируется воплотить уже в следующем году. Благоустроить сквер у «Звездного» в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды. Омская область вошла в перечень территорий, где находятся самые загадочные места страны. Рейтинг для туристов составили китайские журналисты. Как отмечается, Россия знаменита своими просторами, живописными видами и загадками, которые не может объяснить наука. Первыми в списке таинственные самские лабиринты в Карелии. Вторую строчку заняла аллея из китовых костей на Чукотке. Третье место в рейтинге отдали Кашкулакской пещере в Хакасии. 2000 лет назад она использовалась для жертвоприношений. На четвертом месте Телецкое озеро на Алтае, где погибло аномальное число отдыхающих. Ну а на пятом гигантские Васюганские болота, захватывающие территории сразу нескольких регионов. Томской, Омской, Тюменской, Новосибирской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Васюганье считается местом гиблым, но красивым. Оно окружено множеством легенд. Например, когда-то всерьез утверждалось, что живущие в тех краях медведи всегда таскают с собой бревна на случай, если вдруг угодят в топь. Ученые вывели формулу правильного поедания мороженого. Оказывается, большинство людей лакомятся им неверно и поэтому не могут задействовать все вкусовые рецепторы и испытать максимальное наслаждение. По науке нужно действовать так. Подождать 15 минут, пока мороженое нагреется. Десерт надо класть на кончик языка, чтобы почувствовать первые нотки вкуса. Ложку следует держать вверх дном, а потом провернуть во рту, чтобы ощутить текстуру лакомства. После этого требуется сделать глубокий вдох ртом, чтобы подключить верхние вкусовые рецепторы. Держать мороженое во рту нужно 12 секунд и только потом проглатывать. Ученый уверяет, что лишь так можно ощутить все богатство вкуса привычного лакомства. Далее прогноз погоды. Все наши новости доступны в социальных сетях, ВКонтакте, Инстаграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Нет возможности платить по кредитам? Реши проблему, не выходя из дома. До конца месяца специальная антикризисная программа для всех. Help Me – центр помощи кредитным должникам. Звони 699-500. На завод «Сибгастрой» деталь требуется. Машинист козлового крана и электромеханик. Телефон 520972. Магазин готовой еды с доставкой на дом. Два поэта. 308-508. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Товарищ, на качестве не экономь. Деньги не теряй. При покупке профнастила толщину проверяй. Омск Сайдинг Инвест. 999-222. Спонсор прогноза погоды ИП Сивкова Марина Балакановна. Выставка продажи теплицы в Омске. Сегодня 27 мая по области и в Омске ясно. Температура воздуха в городе в дневные часы до 22 градусов тепла. В районах столбики термометров покажут до плюс 19. Ветер северный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Построил дом, посадил дерево, вырастил сына, купил теплицу. Поставь летний душ. Летний душ из поликарбоната на выставке продажи теплиц в Омске. Баки с подогревом и без. При покупке душевой кабины, доставка и аксессуары в подарок. Площадь у Кит Интерьера и Континента. Подробности по телефону 50 50 23 или на сайте летнийдуш.рф. Далее на 12-м канале местные жители с Ольгой Чернышовой. До встречи в 12:30.